В Нижегородской области продолжается обсуждение планируемых поправок в Конституцию Российской Федерации. Большой блок этих поправок связан с защитой материнства и детства. В новой редакции Конституции появился очень важный акцент. Акцент на детство. Дети являются нашим самым главным, самым важным. И, соответственно, наше будущее, да, через вот именно эту поправку становится важным и нужным. И я, как директор театра юного зрителя, конечно же, очень рада этому обстоятельству, потому что изменение демографической ситуации, конечно же, благоприятно скажется на работе всех учреждений, которые непосредственно связаны с детством.